Всем привет! Сейчас покажу, как приготовить макароны с фасолью по-ленинградски. То есть для этого нам нужна обычная фасоль. Фасоль стручковая, зеленая. Берем масло. Сковороду включаем ее. Большой огонь ставим. Добавляем масло. Сейчас немножко ждем, пока она растает. Подтает. Открываем фасоль. Она уже разморожена. Вот такая вот она зелененькая. Можно добавлять сразу же в нерасплавленное масло. Просто сверху высыпаем. Сразу же смотрим фасоль, чтобы не было таких всяких стручков, которые сложно пережевывываются. Вот таких вот, например. Сейчас я достану. Вот эта трава, ее реально тяжело прожевать, поэтому лучше ее вытаскиваем. Ну, чтобы потом не вытаскивать изо рта во время еды. Так, все, посмотрели. Так, вот еще кусочек. Палки, ветки. Палки. И накрываем крышкой и обжариваем. Одновременно с тем берем кастрюлю, наливаем в нее воду. Сейчас вода немного сбежит, дальше покажу. Так, берем воду, сейчас слили немножко, ставим на плиту, тоже включаем на самую сильную, короче, на самую высокую мощность, и теперь ждем, пока все закипит и фасоль пожарится. Так, все, фасоль у нас с одной стороны обжаривается, вон как кипит, теперь ее переворачиваем. Вообще фасоль надо жарить для макарон по-ленинградски буквально минут 20, чтобы она обжарилась. Так, еще одна несъедобная штука. Так, вода у нас закипела. Открываем. Добавляем макароны. Открываем все крышки и теперь это все варим. Ну, буквально у нас осталось еще минут 5 и будем готовы. Теперь ждем. Так, все у нас, фасоль поджарилась. Все дело выключаем это. Макароны сливаем. Эти макароны добавляем. Нашу кастрюлю и теперь выпариваем воду, одновременно все перемешиваем. Так, все, вода все полностью испарилась и наши шикарные макароны по-ленинградски готовы. Подписывайся на канал, ставь палец вверх. Пока-пока.